Здравствуйте! Я хочу поделиться сегодня рецептом лимонного пирога, который я готовила еще в юности. Нам потребуется мука, сахар, ванильный сахар, дрожжи, растопленный маргарин, теплое молоко, лимоны, яйца. Вначале натираем цедру. Цедру мы натерли с одного лимона, а остальные лимоны нам потребуются в начинку. Вливаем молоко, маргарин, всыпаем ванильный сахар, 2 столовые ложки обычного сахара, дрожжи и 2 яйца. И соль. Постепенно всыпая муку, начинаем замешивать тесто. Тесто замесили и оставляем его в теплом месте подходить. Пока тесто подходит, займемся начинкой. Надо очистить лимоны от кожуры и от белой оболочки, потому что если не очистить эту белую оболочку, начинка будет горчить. Режем лимоны на кусочки и измельчаем в блендере. И теперь смешиваем с сахаром. Тесто подошло, делим его на 2 части. Тесто нужно раскатать и выложить в форму, сформировав бортики. Отделяем белок от желтка. Взбитым белком нужно смазать дно теста, чтобы не размок наш пирог. Перед тем, как вылить начинку на корж, хорошо ее надо размешать. Выливаем начинку на корж. Раскатываем вторую часть теста. Накрыть начинку и защипить края. Поверхность пирога смазываем желтком. И ставим в разогретую духовку. Если во время выпечки он будет подгорать, надо его накрыть фольгой. Пирог готов, достаем его из духовки. Пирог получился золотистым, ароматным. Его надо полностью остудить и подавать к чаю. Приятного чаепития!